Глава номер 3. Пёсик. Круто. И ты тоже, а? Тоже надо бы быть поосторожнее. Так, они напоминают нам про крыс в пещерах. Да? Но... Но где эти крысы? Так, окей, мы вернулись в деревню. На закате. А, ну да. Серьезно? Ладно. Ну-ка. Жесть. Это жесть. Не, стоп. Пиздец. Он мне даже вылезти не дает. Не давал. Интересный эффект. Что это было? Все? А, больше не появляется. Так.
У нас тут запертый ящик, а там сокровище. Лаз в стене. Блин, что это было? Камера просто улетела за дверь. Я не понял, что произошло. Бывает. Ну, это же не ключ с символом, правильно? Я не могу, а вот обычный могу. Но... Дверь с эмблемой. Сокровище. Ну, а ну ладно. Сокровище. Деревенское святилище. Хм. Получается, больше некуда использовать этот ключ. Используем сюда, посмотрим, что здесь прячется. Старинный компас. И... Старинный компас, который что-то бережно хранил. Кто-то бережно хранил на протяжении многих лет. Красивый. Тут ничего. Понял. Зеленая трава с него выпала, кстати. Так, а зачем? А, ну да. Получается, я могу теперь... Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Я-то могу туда войти. Но... Я и сюда могу пройти. И арбалет хорошая штука. Не зря купил. Змея. Ладно.
Гадюка, что мне? Средних размеров змея с уникальным узором в крапинку. Ее можно съесть, если удалить ядовитые железы. Можно использовать, чтобы восполнить запас здоровья. Так, такие... Какие? Сразу есть. Ну да. Больше, видимо, я не могу ни для чего ее использовать. Наконец-то я заряжу дробовик. Супер. Кадр хороший. Ножи никогда не будут лишними здесь. Крепко спи и набирайся сил, наше милое дитя. Ты расти, а мамы новые штанишки сошьют тебе. В день съедая 7 центнеров пшеницы и пол быка, перерос свою ты колыбель, позабыв уют. Крепко спи, набирайся сил, наше милое дитя, ради братьев и сестер, которых больше нет. Я так понимаю, там рифма должна была быть. Ну, неплохо, да? Да фак. Интересно. Стоп, а. Ну да, вот такой фоторежим. Очень удобный. Это нам для чего дали столько всего? У меня есть новинки, чужак. Тебе понравится. Думал, сейчас босс-файт уже. С битарезом Мендесом, который староста деревни. Совет торговца. Надоело, что у тебя вечно заканчиваются патроны. У меня есть для тебя кое-что. Арбалет. Да что ты, очень вовремя. Отличная штука, дружище. Спасибо. Я уже понял. Его стрелы можно подбирать и использовать снова. Ты будешь стрелять вечно. Не забудь прикупить схему для стрел, тогда ты сможешь переделывать лишние ножи в стрелы. Ты навеки забудешь о нехватке патронов. И это еще не все. К стрелам можно приделывать, присоединять прикрепляемые мины, превращающие арбалет в крутой миномет. Если попадешь такой стрелой во врага, она сразу взорвется, а если в стену или в пол, то установишь неконтактную мину. Стрелу ты при этом потеряешь, но оно того стоит. Понятненько. О, только лучшие товары. Что у нас там еще? Охота на гадюк. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Новое?
Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. ППшечка. Но... Но нет. Не-не-не-не-не. Ожерелье надо продать. Старинный компас готов надо продать. Купить почти все. Самоцвет надо продать. Да все надо продать. И улучшить арбалет. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Музыка. Музыка напоминает Revelations. Кстати. Я не знаю, стоит ли улучшать пистолет. Что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Все, что есть перед тобой. Улучшение кейса. Ну, как бы, да, мало места в кейсе. Да, маловато. Но если скрафтить здесь кое-что, вместо ножа и вот это вот, будут стрелы. Сюда стакнуться. Будет неплохо. Но чтоб стрелы не лежали там, я лучше все-таки... Боезапас увеличу. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Так, две стрелы здесь. Итак, приходи в любое время. А, ну супер, теперь одна стрела здесь. Ладно. Привет. Так в любом случае, сразу же нужно было улучшать. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков. До шести. До шести стрел. Ладно. Что ж. По-моему, отлично получилось. Что, это все? Ты да вообще. Там не убейся. Вообще заебись получилось, конечно. Места нет. Да ладно, хватит места мне, да? Сейчас потрачу все патроны и стрелы, и все остальное. Стоп. Сокровище в ратуше. Привет, чужак. Хитро. Мне стало интересно кое-что. Хочу сгонять, проверить. Во-первых, мне интересно выстрелить в динамит. Взорвется ли он? А во-вторых, сгонять сюда. А зачем мне сюда, спросите вы? А потому что здесь сокровище. И вот тут какое-то деревенское святилище. Ну, туда я не пойду. Да, я туда и не смогу пройти. Наверное, да. Но... А я еще смотрел на него. Ну, а что ты хотел? И там еще что-то есть.
Это нужно немножечко обойти. Это где-то... А, ну да, 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 я помню, помню. Тоже думал залезть и спрыгнуть, но не сделал этого. Потрошки еще не взял. Думал еще перелезть сюда и спрыгнуть. Бля. А я не могу это использовать, окей. Окей, ладно, туда я тоже не пойду. А почему я туда не пойду? А я вообще там не был. Так, стоп. Я был там. Все правильно, я был там. Понятно. Блин, красиво у них тут. Тоже специальный ключ нужен. Но мы тут с Эшли, может быть, еще будем проходить. Целый. Посмотри, наверняка что-то понравится. Так, недостаточно места, патроны для винтовки. Что мы можем сделать? Что мы в таком случае можем сделать? Можем что-то скрафтить. Стрелы скрафтим. Зачем нам стрелы? Не, ну стрелы пригодятся всегда. Скрафтим стрелы, да? Хрен с ними. Место освободилось хотя бы. Патроны для винтовки нам не нужны. Место буду только занимать.
Привет, чужак. В оригинале его можно было убить. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Запачкано, поэтому стоит дешевле. Так, так. Это однозначно мне пригодится. С тобой приятно вести дела. Приходи в любое время. Церковь. Добрался. Помню, здесь дальше будет головоломка, и нужно запомнить вот эти символы, которые здесь есть. Там нужно всего-то 3 или 4 символа. Ну вот у них вот такие вот есть. Буква М. Что-то похожее на Z. И вот такой. Ну, несложно запомнить. А где мой болт? Все? С одним болтом попрощался. Ну ладно. Слепой, что ли? Гнездо, это Кондор один. Церковь заперта. А орленок? Орленка пока не нашел. Но они тут все полностью перекрыли. Ясно. Думаю, причина может быть только одна. Да, она здесь, я уверен. Я проберусь туда. Кондор один, конец связи. Там внутри Седлер. Седлер. Угу. Заприте ее в церкви до назначенного часа. Сокровище или что там? Карта окрестностей озера. Вредитель явился. Извне за девчонкой, да? Запри ее в церковь и жди приказов нашего владыки. До той поры не закрывай церковную дверь. Ключ будет лежать в пещере на той стороне озера. Чудовище прикончит того глупого чужака. Дель Лаго. Озеро. Надеюсь, больше сюрпризов не будет. Конечно. Прямо в озере будет. Головоломка здесь.
Твероломные близнецы потеряли право на покой, когда связались с проклятыми сектантами. Кто-нибудь, прошу вас, уничтожьте эмблемы на их надгробиях. А, понял. Понял. Две эмблемы надо уничтожить. Найс. То есть тут вот так вот это сделано, да? Эмблемы уничтожить надо на надгробиях. Ладно, уничтожим. Надо с этим что-то сделать. Патроны нужны. Какие? Допустим, для дробовика. О, ничего себе, сколько пороха надо. Порох. Двенадцать? А, нет, ну понятно. Понятно, понятно. Так, стоп. Тетрис. Световая граната. Ладно, пойдем. Эмблемы на надгробиях. Надо так надо. Головоломку убрали, добавили просто уничтожить эмблемы на надгробиях. Все. Вандал. А, так. А, понятно, все. Все ясно. Именно близнецы. Что ж, нам к озеру. Босс-файт ждет. О, мой болт. А что, да, улетел? Когда я ворону сбил? Молотовы у них. Круто. Detrás de ti,
я случайно. Так я могу вообще теперь не расходовать ножи, не расходовать патроны, я могу все продать. Пользоваться арбалет. Правильно, это же... Это изи. Да... Давай ты ее сожрешь. Молодец. Вид, кстати. Вид классный. Нож. Куда? Вот нож-то куда? Как вариант, можно сделать еще патроны. Ой, еще стрелы. Все-таки срочно надо улучшать инвентарь. Тогда будет, мне кажется, в самый раз. Патроны для пистолета еще сделать. А надо? Можно смесь трав, кстати, сделать. Смешать вот эти две травы, но не особо это эффективно, честно говоря. Поэтому такой вариант. Понятно. Стрелы ценные, поэтому надо забрать. Ой, офигеть. Сорян, сорян, чувак. Ладно, вот сейчас надо лихилиться. Я думал, 4 гранаты, кстати. Это одна граната.
Вот что я хотел проверить. Понял. Это хорошо. Тут не пройдем, да? А, ну да. Логично. Да кто ж способен поднять такую штуку? Скоро узнаешь, кто. Кто-нибудь может уничтожить эти синие медальоны? Снул. Ладно. Да что? Лови подарочек. Ну, неплохо. Легко отделался. Уже слышу эльгиганты. Интересно, что вороны не взлетают при этом. Слушайте, арбалет имба. Арбалет это просто шик. Стоп, сокровище. Не, я так понимаю, сокровище. Там. Но мы туда доберемся потом. А внутри тут что-то есть? Для чего вообще это? Хижина. Это я не могу открыть, да? А где торговец? Стрельбище. Пойдем на стрельбище. Шестигранная деталь. А. Ты выполнил просьбу. Спасибо, друг. Тут оружия хватит на целый отряд. Зачем отправлять бесполезные пушки
пылиться на склад. Продай их и вложи эти деньги в улучшение для оружия, которое тебе действительно нужно. Продавая оружие с улучшениями, ты вернешь почти все потерянные на него средства. Все честно, никакого обмана, дружище. Мы все горим желанием тебе помочь. Славно! Я продаю много отличных товаров, чужак. Ну... Что-что? Как нам удалось добыть все это? Лучше не спрашивай. Ладно, не буду спрашивать. Ой, я могу нож улучшить. Друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Итак, чем я могу тебе помочь? А я и раньше мог нож улучшить. Лишнее пространство не повредит. В самый раз для тебя, чужак. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Ну, можно, конечно, сапфир, например, продать, да? Хотя... Славная сделка. Я хочу прочность. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Я хочу прочность. Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Может, конечно, и силу. Удивлен, да? Лучше прочность. Наше мастерство достойно такой реакции. Я продаю доброго пути. Хватит пока с меня, да? Стоп. Стоп. А что там? Что вот здесь? Так. Понятно. Это кукла? Где-то кукла. Не пойму, где именно. Разок. Слышу куклу, да? Но... Гранату кинуть? Не, не буду. Хотя можно кинуть и загрузиться. Должен быть другой способ. Киньте ли он такой? Лифт в пещере. Почему бы нет? Привет, чужак. Кажется, ты в первый раз оказался у нас на стрельбе. Правило одно. Когда мишени вылезают, их нужно сбить. Все ведь просто. Справишься хорошо.
Набери как можно больше очков, уничтожая пиратов. Каких пиратов? Оружие и боеприпасы бесконечные, и к тому же бесплатные. Набирай очки, ты зарабатываешь жетоны, которые дают возможность выиграть восхитительные призы. Обменивай жетоны на украшения в торговом автомате. Там много ценных вещей, которые ты больше нигде не найдешь. Стреляй в динамит. Взрыв позволит уничтожить сразу несколько мишеней. Будь внимателен, за попадание в матроса у тебя отнимут баллы. Некоторые мишени нельзя сбить одним выстрелом, в них нужно попасть несколько раз. При выполнении определенных условий появятся бонусные мишени, однако эти условия всегда будут разными. Похоже на оригинал. Окей. Среди мишеней есть особо крепкие. Таким одного выстрела будет мало. Давай. Сука. Все перепутал. О, все. Нахер. Перепутал. Стрелял вообще не туда. Окей. Фух. Выстрел из винтовки сбивает несколько мишеней, но скорострельность у нее, скажем честно, не очень. А. Мишени рано или поздно исчезнут. Так. Надо было все сбить бомбы. Бля, как я промахнулся? Да-да. Угу. Сука, я снова не попал. И каждый день я вижу такие результаты. Так, я хочу еще. Так, пока неплохо.
Ладно, 5 из 6 сбили. Как эту хуйню перезапустить? Я хочу уйти отсюда. Прости, друг, это штраф. Конец игры. А чё конец игры? Почему 5 из 6? Выстрел из винтовки. Почему 5 из 6? Первый. Второй. Три сбил. Так, стоп. Я буду пробовать еще. Я не попал. Я попал просто по мишени, но не по цели. Пользуйся разным оружием. Сука. Иначе останешься без патронов. Три, два, один, огонь. Заряжай! Вот так! Отлично!
Понятно. Все, иди нахуй. Хотя нет. Серьезно, заебал. Я не понимаю. Как я должен... Как я должен в последний попасть. Пиздец. Сука, я хочу 100%. Похуй, я хочу 100%. Пиздец. Я не знаю, как попасть туда. Мне кажется, это максимум. Ну, как попасть туда? Как попасть в ебучую последнюю?
Ну вот, как попасть туда? Я не понимаю. 300 и все. Я... Это не идеально, сука. Это не идеально. В том прикол. Как я не попал? Ой, иди-ка ты нахуй, окей? Конец игры. Ой, блядь. У тебя талант. Нет. Похуй мне на эти штрафы твои. Ладно, давай. Я не понимаю. Последний раз пытаюсь. Последний ёбаный раз. Не. В пизду. Мне не верится. Там есть какой-то рандомный шанс. Ой, блядь. Один. Огонь. Серьезно. Не, ну тут-то понятно, что тут не промахнуться. Типа, а как тут вообще можно промахнуться? Ой, ну там я просто не увидел. Как я должен был его поймать? Да у тебя талант, друг. Три, два, не, ну это изи. Это изи. Две цели. Сука, нет. Очень хорошо. Да ты виртуоз. Чудно. Да, сука. Давай веселья! Вали всего, что есть!
Не, ну тут... Тут по изи. Тут прям вообще изи. Заебался. Че там? Сестры Белла. Не, я хочу еще один жетон. Среди мишеней есть... Вот здесь. Thank you.
Ну, так получше. По кайфу. Уже уходишь? Ну, раз так надо. Жук-носорог, эпическое, плюс 100 к цене лекарственных предметов при перепродаже. Нахуя? Солдат с шокером. Плюс 15 к шансу срабатывания бонуса при создании стрел. Бля. Хуйня какая-то. Плюс 20% шанс бонуса при создании патронов для револьвера. Так у меня есть уже сестры было. А, плюс 20 к шансу нанести критический удар в ближнем бою. Вот это мне надо. Это круто. Пушки и игрушки рифмуют не зря, чужак. Кринжмен. Надеть слева. Плюс 100 к цене лекарственных предметов при перепродаже. Но я не собираюсь пока патроны для револьвера создавать, да, поэтому пусть, ну пусть так висят. Найс. Nice.